откроем каталог, посмотрим все скидки, ароматы и все разберем. Еще немножко по косметологии пробежимся. Но самое главное, что я хочу сказать вам, что нигде в сетевом, в классическом бизнесе такого не бывает. Вы тратите колоссальные усилия на открытие магазина, на открытие ЧП, на открытие вот классики бизнеса, на наемных рабочих, которые будут на вас работать. Это, ну, это просто невероятные усилия. И многие это делают. А вот в сетевом у нас почему-то очень быстро опускаются руки, когда они получаются быстро, когда мы говорим, вот мы уже там на 6-9 на 3% сидим, а вы просто представьте себе картинку, если бы вы работали в классическом бизнесе. Вы бы совершенно по-другому работали, вы бы не спали ночами, вы бы ездили, возможно, за товаром, либо через интернет вы бы его приобретали, открывали. Вы просто вот сравните эти моменты, и мы работаем в онлайне. Конечно, быстро не у всех далеко получается. Надо найти этих людей, найти наших бриллиантиков, наших жемчужинок, и все обязательно получится. Здесь трудозатрат гораздо меньше, а денег больше. И мы скоро дойдем все до такого уровня, что будем покупать в нашем магазине все абсолютно бесплатно. И сейчас я вас хочу предложить, новички, которые здесь сидят, точно знаю, напишите «я», новичок, для того, чтобы были у нас объемы, для того, чтобы мы росли. Потому что, ну, давайте не строить иллюзии, что растем мы, естественно, на объемах продаж. Да? И вы просто меняете магазин и покупаете мыло, шампунь, все, что вам говорили миллион раз на бизнес-вебинарах, еще скажут, зубные пасты, гели для душа и все остальное в нашем магазине. Для того, чтобы спустя полгода-год вы это приобретали бесплатно. Все, что вам надо, какая-то бытовая продукция для семьи, и вот очень много вас, очень приятно, класс. Это не объемы директоров, девчонки, мальчики, это ваш собственный бизнес. Если есть такое мнение, что это директора там на нас зарабатывают, ничего подобного. Им, честно, уже все равно, они найдут других людей, еще, они уже вникли в систему бизнеса. Это ваш бизнес, ваш магазин. И вы должны сейчас, наверное, ну, кто новичок с этого вебинара, понять, что это мой бизнес, это мой магазин. Я хозяйка жизни, я хозяйка своего бизнеса. Видео. А видео нету, есть слайд. Я хозяйка бизнеса. У меня все получится. Но уже начинать приобретать, какие-то покупки делать в своем магазине, потому что это ваш магазин Oriflame. Я его открываю с удовольствием 15-м каталогом. И у нас есть в вашем магазине Oriflame средства гигиены, уход за лицом и косметика, парфюмерия, аксессуары, бижутерия для детей, аптека для детей, причем вот сегодня будут халаты, будут расчески, будет очень много всего. Аптека – это наш wellness, почему нет, там тоже стоят добавки, там тоже стоят омега, витамины, бытовые принадлежности, чашки, формочки, каталог великолепный, просто класс. Я, конечно, заглянула и тоже в 16-й каталог онлайн, там вообще потрясающие вещи. И другие интересные, необычные вещи. Где вы такой бизнес откроете? Ну, либо гигиена будет, либо косметика, упор, либо парфюм. Вы будете заниматься в классическом бизнесе чем-то одним. Такого ассортимента нет нигде. И это все мое, это все ваше. Это ваш магазин Oriflame, где скоро вы развернете очень серьезный бизнес. Настроились? Отлично, давайте открывать. И я хочу, конечно, сегодня начать со скидок, потому что они просто потрясающие. Нигде в магазине по таким ценам такой объем вы просто не найдете. Это не потому, что хочется мне компанию Oriflame распиарить. Она в этом точно не нуждается на протяжении почти 50 лет. Это действительно классные скидки. Это минус 50% за колоссальный объем. Экстремальная белизна зубов от кариеса. Любименькая. Да, любименькая. Странички открываем, девочки, мальчики, давайте листать, открывать бытовую химию. Я уже начала мыть посуду гелем для душа, я вам скажу честно, уже месяца два. Вы мне дали такой совет классный, и ничего, вы знаете, всем нравится. Поэтому не знаю, как вам советовать, но я это уже делаю. Стираю очень давно, стираю, наверное, года полтора гелями для душа, честно. Если не надо, да, я стираю, не надо отбеливатель для белых вещей, то я стираю такие вещи гелем для душа, если, ну, это если не машинка, конечно.
стираете, моете. Класс. Страница 24-25. Зубные щеточки, зубные пасты. Экстремальные объемы. Класс, просто. Украина 2090. Россия, пожалуйста, пишите свои цены. Как он называется, чтобы нам не было обидно, потому что я даю вам рекламу на продукцию, которую мы приобретаем в этом каталоге, а цены вы смотрите сами, правда? Как называется гели для душа, а мы разными стираем, правда, девчонки? С разным ароматом, потому что качество, оно одно, а ароматы и какие-то экстракты, какие-то новые вещества добавляются и получаются разные запахи. Крем для рук минус 50%, шампуни. Здесь просто распродажа. Распродажа в этом каталоге. Следующей странице. Шелковая орхидея, любимейший крем, защитная крем, перчатки для ухода за кожей рук. Ну, не знаю, как перчатки будет вам удобно, возможно, на ночь. Машинки автомат не надо. Девочки, не надо в машинке автомат. Это только если ручная стирка, если там что-то быстренько замочить, постирать, колготки, какие-то такие вещи. Нет, нельзя, не портите технику. Может быть, появится в будущем, как появились краски для волос, как появилась wellness. Поэтому будем ждать. Пена, конечно, пена полезет. Не надо. Лучше посуда, лучше ручная стирка. Сейчас кожа рук очень сильно нуждается в увлажнении, очень сильно. В доме дали отопление, в квартирах дали отопление, на улице мы выходим холодно. Идет вот такая вот, знаете, сухая температура в квартирах, поэтому все сохнет. И кожа лица, и кожа рук, поэтому ручки все время, чтобы у вас были в креме. Нам не надо стареть, потому что женщины и мужчины тоже выдают руки и шею, да? Поэтому мы заботимся, мы ухаживаем. После стирки, после мытья посуды, чтобы крем для рук у вас был всегда, начиная с весеннего периода и заканчивая весенним периодом. Они, спасибо за российские цены, 109, от 109 до 129 рублей. Шелушаться. Сейчас все надо увлажнять. Хочется воды, воды, воды телу. И внутрь отфильтровано чистенько, минимум литр-полтора в день. Ничего, это все правило, никто это не отменял ни летом, ни зимой. Даже если зимой хочется меньше пить, все равно наше тело, наш организм нуждается во влаге. После мытья посуды, стирки, конечно, покупайте, это все экономно, это все очень здорово и в своем собственном магазине, в своем собственном бизнесе. Шампуни, которые тоже имеют большой объем, 400 мл, максимальный объем для волос. Очищающий шампунь от перхоти, большой объем, и восстановление волос. 199 рублей, спасибо. Тоже любимые вещи. Пожалуйста, девочки, мальчики, напишите, как шампунь, потому что новички у нас всегда на вебинарах идет, ну, не то что опрос, а мы делимся своими результатами от продукции, от кремов, от косметики, от всего. Шампуни. Супер. Они очень густые. Они где-то близкие по консистенции, по качеству не скажу, просто по консистенции, к Pantene, к Head & Shoulders. Вот такая тоже густая текстура. Не подходит. Меньше подходит шампунь для окрашенных волос. Тоже скажу вам цвет. Если не подходит шампунь, мне именно эта серия 50 на 50. Нравится. Угу. Но для таких термоядерно окрашенных, салонных, они могут не подойти. Да, для окрашенных волос миндалем, клубникой мы дойдем. Это Нэйчи шампуни милированных окрашенных. Но милированная подойдет. А если окраска такая, знаете, салонная, то он может не подойти, потому что волосы уже потеряли свою природную натуральность. Восстановление. Спасибо. Пошли дальше. Молоко и мед, да, мы сейчас до всего дойдем. И вот как раз те шампунчики, которые очень классно подходят для окрашенных волос. Милированные, окрашенные, они разные, они абсолютно разные. Клубника, миндаль. Дальше грузина, яблоко, розмарин, черная смородина. Огромный объем в магазине по таким ценам. Вы 400 мл не купите 100% нигде. Ни Россия, ни Украина. Наши магазины – это Ева, просторы и вся сеть в украинских магазинах. У вас тоже есть супермаркеты, я, к сожалению, не знаю, поделитесь. Для будущих мам шампуни? Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Вы же моете голову. Отшелушивающие гели,
Спасибо. Мыло мое любимейшее, тоже вам честно скажу. И шампуни моя любимая серия Нэчи, и мыло. Молоко и мед. Молоко и мед у вас лидирует. У нас вот оно, молоко и мед. Это роскошные блестящие волосы, это бальзам, это маска для волос, тоже потрясающие скидочки. Пользуйтесь, потому что следующий каталог совсем другой. Другие предложения часто взять очень выгодно. Дальше шелковые наши шелк полосочки для депиляции, для удаления нежелательных волосков и бритвы. Бритвы одноразовые. Класс тоже. Да, молоко и мед, классная серия. Но знаете, такая роскошная прям. От зуда кожа головы, какой шампунь? Есть и шампунь, девочки, сейчас скажу. Нэйчи на прошлом слайде. Попробуйте бузина яблоко для нормальных волос, должен подойти. Или опять-таки, как полосочки. Полосочки неплохо, единственное, что может вам не хватить, ну они, как сказать, не сильно экономные. Вам может хватить на несколько раз, вся серия классная, на несколько раз хватить полосок. И бритвы, понятно, что они одноразовые. Тоже это все на несколько раз. По качеству здорово. Угу, есть. Дезики, дезодоранты наши, да? Они великолепно держат, девочки. Мальчики, наверное, нет. Для вас более мужская серия. Это Норд, это парфюмированные уже дезодоранты шариковые. Наверное, все-таки девочки. Но если есть желание, мальчики тоже, почему нет? Угу. И дезодоранты, пожалуйста, скажите по стойкости нам, важно. Звук больше. Нет, девчонки, звук больше нельзя, у меня стоит на 100% звук, везде. Любой. Серый не держит. Может быть, летом серый не держит, Ларис, может, вы летом брали. Сейчас должен. Сейчас пошла такая нежаркая пора времени года, должен держать. Хуже держит с ароматами, Нэйчи, дезодоранты. Это малина, мята, это вот та серия. Это Активель должна очень хорошо держать. 5 нет. Класс, хорошо. Идем дальше. Угу. Дальше наши для деток средства, которые тоже есть в моем магазине Ariflame. Страница 50-51. Это детская серия. У меня тоже ребенок пахнет дыней. Всем очень нравится. Это можно и немножко в школу, и немножко на танцы. Потому что они уже леди, они уже девочки. Начиная, наверное, с 8-летнего возраста и дальше. И почему нет? Аромат похож где-то на конфетку, где-то на дыньку. Он вкусненький. Поэтому радуйте своих деточек. Это недорого, девочки, мальчики. Действительно, детям очень нравится. И для мальчиков. И шампуньки, и мыло, и тоже цитрусовые нотки. Тонкий-тонкий аромат мускуса для мальчиков. Самолеты аромат. Нравится? Внучке нравится. А ну, мальчишкам напишите, кто брал парфюмированную воду. Туалетную воду, извиняюсь. Туалетную воду. Разница, еще раз говорим, парфюмированная вода более стойкая, она держится до 8 часов. Туалетная вода менее стойкая, она держится часа 4. Так, мальчику, мальчикам нравится. Хорошо. Теперь не нравится. Я думаю, что таких отзывов у нас не будет, потому что действительно нравится. Оно ненавязчивый аромат, он очень легкий, он такой, знаете, как шлейфовый. Очень приятненько, вкусненько, и действительно хочется их целовать, целовать, любить, обнимать и нюхать. И наше идеальное тоже средство – это зубные пасты, детская зубная паста, наши расчески, которые мы тоже покупаем в своем магазине Ariflame, для укладки волос, для подкручивания, когда вы сушите феном, это очень удобно. В магазине, в обыкновенном, девочки, не дороже цена.
Точно вам говорю, не дороже. И, конечно, мы с удовольствием меняем магазин. Я не зря назвала эту тему, потому что, ну, это правда, это просто адекватно, правда. Мы листаем каталог, делаем заказы, и наши люди будут дублицировать нашу систему действий. Вот у Нины есть очень хорошая фраза, у Нины купил. А ты бы взяла себя себе на работу? Да, поняли, что я хочу сказать? Такую, как ты, такого работника, как ты, такого заинтересованного в успехе, ты взяла бы себя к себе на работу? Вот каждый ответьте себе на этот вопрос. И если мы не делаем заказы, если мы покупаем в другом магазине, то как мы можем требовать каких-то действий от наших людей? Ну как? Ну никак. Когда тоже девчонки говорят, вот я не могу, у меня нет денег. И вот я уверена, у нас сейчас 30%, наверное, тоже людей, у которых нет денег. Да, мыло чуть-чуть дороже, чем в магазине. Шампуни не дороже, пасты не дороже, гели для душа не дороже, расчески не дороже. Но вы же все расчесываетесь, правда? Моемся, и поэтому, ну не очень красиво даже вот с нашей стороны, когда мы требуем от людей каких-то 20 баллов, каких-то, ну, минимальных там. Сейчас нет ограничений в баллах, кроме группы ускоренного роста. То есть мы берем для нашего пользования по возможности. Потом она появится больше возможностей. Качество на высоте, конечно, скидки, подарки, да, но это как раз касается тех людей, которые, я знаю, все равно сейчас у нас есть. Девочки, вы не имеете права просто требовать от людей большего, когда вы сами вот минимально не делаете заказы в своем собственном магазине. Я вас не привлекаю делать много, но для, по возможности, для первых, на первых порах надо. Все, на чат отвлеклась. Детям не объяснишь, надо и все. Конечно, хочется. Для жирный шампунь для волос. Нейче возьмите, тоже советую. Можно взять молоко и мед. Но мне больше нравится по результату. Для жирных волос, для тонких и жирных волос возьмите розмарин и черная смородина. Не должны убрать. В программе лояльности, конечно, это все наше, и скоро мы будем покупать это все просто бесплатно на 200 баллов. Это, наверное, мечта уже каждого сидящего здесь человека делать себе заказы на 200 баллов. Правда? По лояльности. Ну, конечно. Идем дальше. Молоко и мед, ваше любимое. Дальше наши ножки. Это конец каталога. Открывайте, пожалуйста. Потому что хочу сделать акцент на нашу скидку. Носки, тапочки всего за 10 гривен 90 копеек. Россия, пожалуйста, напишите свои цены. Нам надо. Шикарные продукты. Пишем, девочки, 55 рублей. Угу, спасибо. Страница 136-137, открывайте, пожалуйста. Очень классные ароматы, они действенные. Это не значит, что пришла зима, и уход за ногами отодвигаем на потом. Нет, у нас у всех семьи, нам всем надо давать пример. Красиво выглядит гигиена дома, всегда ухоженность, опрятность, тем более себе настроение. Мне не помог шампунь для жирных. Тогда молоко и мед возьмите. Спрей для ног есть тоже, и такое есть от запаха. Крапива, лимон. Спасибо, девчонки. Я не брала крапиву, лимон. Поэтому мы все сидим здесь, общаемся, обмениваемся мнениями. Носки, тапочки, обратили внимание? Хотим, правда? Поэтому мы покупаем любые два средства со странички 136-137. Радуем свою семью, получаем удовольствие, запахи, ароматы после душа. Это очень-очень здорово. И носим носочки. Это наши скидки в магазине, в своем собственном. Следующее, это питательное лакомство, тоже потрясающие скидки, следующие странички. Это орехово такой... Миндальный запах. Аромат бесподобный. Да, все потерли страничку, все приложили, получили удовольствие. Что касается питательного разглаживающего крема для лица. Если у кого жирная кожа, девочки, комбинированная, не надо увлекаться. Это сухая кожа, это рассчитано на холодное время года, на морозы, на такие экстремальные вещи. Для рук, пожалуйста. Но у кого жирная кожа, и тем более вам так лет 20-25, этот крем нельзя. Он именно питательный.
натуральный, он увлажняющий, он насыщенный крем. Поэтому, ну, вот такой вот совет. Скидки обратили внимание. Конечно, бальзам для губ – это очень вкусно. Это можно деткам в школу, это можно нашим любимым школьницам. Они с удовольствием это делают. Должна вам сказать, нет каталога. Ну, тогда листайте с нами. Листайте с нами, и если вы не зарегистрировались, обязательно регистрируйтесь, обращайтесь к человеку, который вас пригласил на вебинар. Если уже зарегистрировались, то вам ваш спонсор уже объяснит первые шажочки, как начать получать удовольствие в своем собственном магазине. Вам не надо уже рассказывать, вы знаете. Начать свой бизнес, начать построение структуры и для того, чтобы вы добились успеха в проекте «Экспресс-карьера», который действительно лучший среди предложений интернет-проектов. Предприниматели, да, выбирают наш проект. Почему? Потому что тут очень много денег, потому что здесь простроенная система обучения, и все директора вышли с нуля. Новый каталог. Поэтому, Ирочка, обращайтесь к своему спонсору и быстрее, потому что сейчас идут как раз такие рыбные месяцы. Это ноябрь и декабрь, это Новый год, это подарки, это скидки. Вы уже все, я знаю, пролистали онлайн-каталог 16, я уверена. Там потрясающее предложение. Если мы упускаем этот, подписано под человека. Лили, это вопрос к спонсорам. Мы работаем онлайн. Экспресс-карьера – это бизнес онлайн. Что касается офисов и всего остального, это немножко не та система, не то направление. Но все вопросы к спонсору. Где посмотреть 16-й каталог, я вам не скажу, потому что мы открываем 15-й, возвращаемся на 15-ю страничку, на последнюю страничку, и наши любимые вещи – Феминель. Я ушла разговора, потому что у нас не бизнес-вебинар. Вам спонсоры все объяснят. Феминель, пожалуйста, на сайте. Не упускать возможности, потому что сейчас самое-самое классное предложение, скидки. Вы можете в наш проект привести очень большое количество людей. В январе будет немножко меньше возможностей, потому что люди немножко не в том настроении, находятся праздники, какая-то слабость, вялость. Покой, в состоянии покоя они пребывают под телевизором, поэтому сейчас самое активное время для действий. Сайт не пропускай. Еще раз, пожалуйста, последняя страничка. Деликатный, нежный уход. Что могу посоветовать? Мы, некоторые уже из нас, умываются интимкой. Эта интимка, девочки, акцентирую ваше внимание для того, чтобы вы не напортили лицо свое. Не надо. Здесь идет дезодорирующий эффект, и он предназначен только для того, для чего предназначен, для интимной гигиены. Поэтому этой синей интимкой мы не умываемся. Мы можем умываться с пионом, можем с магнолией, но не с дезодорирующим эффектом. Поняли, да? Гели. Не молочко наносить нельзя. Но интимкой можно умывать макияж, ничего не могу сказать. Она либо с магнолией, либо с пионом, который идет до такого оранжевого и красноватого цвета. Специальное средство для удаления макияжа, да, у вас два. Средствами Optimals точно не советую, потому что глаза пекут. Специальное средство для удаления макияжа. Какое? В каталоге есть. С лотосом розовая. А, с лотосом. Угу. Голубой, сиреневая. Дойдем сегодня. Дальше идут подарки в нашем магазине Oriflame. Потому что обычно классические магазины подарков вам не предложат. Интимными средствами умывать лицо, макияж. В этом каталоге нет, потому что интимное средство в этом каталоге идет с дезодорирующим эффектом. Остальными интимками, да, можно умывать. Почему? Кто меня не знает, кто новый человек сегодня. Я
косметолог, наверное, скажу, с 10-летним стажем. Сейчас я по этой профессии не работаю, но работала несколько лет назад в салоне, и опыт приличный. И поэтому, девочки, да, действительно, есть такие советы у меня лично, и мы уже давно этими советами пользуемся. Мы умываемся интимкой. Это комбинированная кожа, жирная кожа. Для сухой, наверное, нет, потому что он подсушивает. Великолепно и на глазки, и на лицо. Это наши наработки. Экспресс карьеры. Больше вы такого нигде не услышите. И, конечно, подбирать средства по типу кожи, которые есть в каталоге. Вы поняли? Ясно. Хорошо. Пошли теперь по подаркам. Конечно, наше предложение. Вы уже все попробовали аромат, послушали аромат, как он звучит, как он расцветает на вашей коже. Поэтому, конечно, да. И браслет в подарок. Правда? Нигде такого предложения больше нет, только в Oriflame. При покупке новой парфюмированной воды Possess. Есть, конечно. Неужели умыться больше нечем? Да нет, ну не в этом дело, Лилечка. Есть чем умываться, можно подобрать по типу кожи. Просто, ну как вам сказать, это идет уже проблемное лицо. Это идут такие вещи, когда нужен индивидуальный такой очень-очень индивидуальный подход. И интимка действительно как спасательное какое-то средство, которое вылечило лицо, должна вам сказать, даже не одному человеку. Поэтому делайте выводы сами. Я вам даю просто результаты, даю какие-то различные варианты. Но у кого очень капризное лицо, чувствительное, вот с этими проблемами, то интимка, она реально помогает, честно слово. Есть серия для проблемных лиц. Да, но биоклиник подходит далеко не всем. Может не помогать долгое время пьюнечи. Поэтому выбирайте, в Oriflame есть очень много разных предложений. Дальше подарки. Это помада, да, для которой мы покупаем одну, и вторая идет в подарок. Ну, можно, конечно, сказать по-другому, что 50% скидки, но все равно больше трогает, когда мы покупаем вторую в подарок. Поэтому обращайте внимание на это самое предложение. Девочки, я не хочу ни спорить с вами, ни ссориться, потому что каждый человек, каждое лицо, каждая кожа, каждый тип кожи, он индивидуальный. И кого-то можно под трафарет, знаете, для комбинированной кожи. О, отлично. А у кого-то она комбинированная и с шелушением, а у кого-то там еще там что-то, понимаете? Поэтому я даю разные варианты, вы выбираете. Ага, и парфюмированный крем, тоже подарок, да? Говорите страничку, потому что мы листаем, смотрим наши скидки. Страничка 70, ой, страничка 2021, это парфюмированный крем. Оптимус для жирной кожи супер. Да, согласна. А для комбинированной кожи он сильно сушит. Для комбинированной кожи идеальная интимка. Вот хоть вы меня тут стреляйте, но для комбинированной кожи интимка и умываться идеально. И макияж с глаз тоже. Улыбаемся. Ага, хорошо. Страничку открыли, 2021. Второй крем в подарок. Тоже можно сказать 50% скидка. Но пусть будет лучше второй крем в подарок, правда? Ну вот, у вас уже хорошее настроение, здорово. Здорово, здорово. Это потому что подарки на сайте. 200 рублей. Спасибо за российские цены. Обратили внимание. Идем дальше. Новинки, которые тоже в каждом каталоге у нас присутствуют. Это первые странички. Обращайте, пожалуйста, внимание. При покупке 99 гривен, минус 70%. При покупке, заказе на 300 гривен, Россия, напишите свои цены, пожалуйста. Чтобы мы не обижались, чтобы мы никого не дискриминировали, боже упаси, у нас Oriflame вне политики, вне конкуренции, вообще вне всего. 1199, спасибо. Кому подойдет эта вода? Но она более романтическая, она более нежная, она направлена, ну вот на такое настроение, знаете, такое романтическое, легкое, воздушное, вот такое. Это не агрессия, это не страсть, это не показ себя, не демонстрация себя. Это просто, ну да, романтиком. Какая
страница. Пока Россия. Ну, начало каталога, девочки. Дойдем, до кремов дойдем, до лица. Обратили внимание, да, при единовременном заказе клатч 149 рублей. При единовременном заказе на 1199 рублей. И тушь. Тушь это, конечно, бестселлеры. Это Giordani Gold. Плохо не бывает, точно. Поэтому всего при единовременном заказе на сумму 63 гривны мы покупаем тушь за 83. Напишите, пожалуйста, как долго аромат, сейчас отвечу. Напишите цены Россия, пожалуйста, для нас. Я отвечаю за аромат. Обращайте, пожалуйста, внимание, девочки, мальчики, парфюмированная вода или туалетная вода. Если это парфюмированная вода, то аромат держится на коже от 6-8 часов. Только долго. Если это туалетная вода, то аромат держится часа 3-4. Его можно постоянно обновлять, туалетную воду, постоянно наносить аромат, освежать аромат. Туалетная вода стойкая. Угу. Каталоги. Поняли разницу? Вот, ну мы разбирали уже ароматы. Кто-то знает, для кого-то новость. Аромат звучит на коже, там, где она пульсирует. Это виски, это шея, это запястье, это под коленками. Ну, под коленками сейчас зимой вы нанесете аромат только дома, если хотите. Если это лето, то идет идеально шлейф от этих зон. Парфюмированное лучше. Но это зависит от аромата, какой вы предпочитаете. По стойкости стойче, а по качеству, ну, на любителя. Тут что не могу сказать. Снова в каталоге наши любимые лаки. Палладиум, да, палладий, извините. Палладий – это драгоценный камень, который тысячу раз драгоценнее, чем серебро. Это серебристо-белый благородный металл. Он редкий, он очень красивый. И здесь вкрапление этого металла в лаке. Какие нотки в аромате? Нотки в аромате – это… Сейчас найду. Это иланг-иланг, который очень интересно, очень красиво звучит. Это цветочный аромат, это пудровый, пудрово-цветочный аромат. Иланг-иланг очень ярко звучит. Шипровые. Угу. Цветочно-фруктовые. Добавлю, что это все-таки пудровый аромат. Это, знаете, как дорогая пудра. Но не на 100% пудровый, но цветочно-пудровый. Шипровый тоже, да. Пленительный. Так, лаки, наши любимые, да? И обращайте внимание тоже... В конце каталога лаки с... пудровый. Да, он более зимний. И, кстати, галочка, он будет великолепно звучать на мехе. Вот зимние ароматы, они бесподобно звучат на меховых изделиях. На воротнике шубы, на шубе. И вот эти вот вкрапления, пользуйтесь этим делом, потому что вот спасибо, что вы за зиму сказали, я забыла. Пользуйтесь, он великолепно раскрывается на мехе. Но мех должен быть натуральный. Прозрачные лаки. Танечка, там есть в каталоге, не скажу вам страницу, сейчас буду долго отвлекаться и искать. Ухаживающие, нашла. Ухаживающие компоненты 109. Вы можете взять средства для роста, питательное масло, уход, белый лак для французского маникюра сделать. И вот страничка как раз 108-109, посмотрите. Да, они не гелевые. Единственное, они будут белые, прозрачные. Можно такое сделать. Обратили внимание. Дальше. Парфюмерный крем для тела никакой не посоветую, потому что у вас индивидуальный вкус. То, что они есть в каталоге, да, с нежным запахом. Но это может быть... Люсия, нежный запах. Нежный запах у нас, сейчас я их открою, страницу 20, я помню. Это Giordani Gold с пионом, Люсия, лимон, жасмин. Ну, наверное, и все. Восточно-древесный, Майред, Эмбе Майред, нет, они же интенсивнее. Все замечательные. Ну, нежное, смотрите, по...
Тоже, девчонки, очень просто. Белый цвет, да, парфюмированная крем. Люсия, он очень нежный, он белый. Белый цвет символизует чистоту и нежность, да? А красный – это уже что? Энергетика, это уже посыл, это уже страсть. Поэтому по флакону, по цвету флакона элементарно это все понять. Мы уже знаем хитрости. Люсия, да, супер, правда. Не все супер, только вот под настроение. Эксперт стайлинг, вы уже пробовали в прошлом каталоге, поделитесь с нами, пожалуйста. Продолжается в этом каталоге для ухода за волосами серия муссы, пенки, лаки для волос. Поделитесь вашим впечатлением с 14-го каталога. Ага, есть. Wellness будет, я дойду. Средства за уход, по уходу за волосами. Ну что, вы не брали разве? Я мусс брала, великолепный. И держит накрутку классно, и объем, и вообще класс. Мусс, вот, я тоже брала мусс. Пользуйтесь, пожалуйста, потому что будут еще в следующем каталоге новогодние предложения. Но сейчас тоже это дело актуально. Резинка для волос, заколка, которая делает красивую гульку ухоженную с ногтями. Хорошо, дальше. Плюс расческа, плюс заколка и уход за волосами. Девчонки, в нашем магазине есть просто все. Открывай и покупай. И вам идут объемы, вам идут баллы, вам идут, ну, просто достижения, которые в бизнесе. Новогодние. Ну, мы пока помолчим за Новый год. У нас еще 3 недели работы, это много. Краски для волос. Тоже уже бестселлеры. Они щадящие, они ухаживающие, они с маслами. Брали, да? Отлично. Не буду долго останавливаться. Краски действительно очень-очень. И теперь хочу вам сделать акцент за wellness. Ободков нет. В этом каталоге нет. В следующем будет. Есть. И теперь, девочки дорогие, wellness. Обращаю внимание, что при подписке вы покупаете 4-й продукт бесплатно. Обращайтесь к спонсорам, если есть какие-то вопросы, как это сделать, как оформить заказ, вам все расскажут, все покажут. Единственный акцент – 4-й продукт бесплатно. Это касается супа, коктейля, витаминов. Есть темно-русый, да, все есть, великолепно держится, выкрашивает седину. Я бегаю, сейчас прыгаю по темам, но вы уже привыкли, я отвечаю на вопросы в чате. Ободок на вкладыше. Угу. Моя любимая зеленая баночка, моя тоже, я ее в данный момент пью. Еще осталось летнего предложения, я брала 4. Шведского нет, такой акции 4 бесплатно. Да, суп, коктейли, wellness pack ребенку. Угу. Баклажан, шведский бьюти. Я поняла, Наташ, да, шведский бьюти, предложение нет бесплатно. 50% скидка на этот продукт, страница 53, открывайте, пожалуйста, смотрите. Здесь включен полный комплекс витаминов, которые нам нужны. Можно зимой 2 таблетки, летом 1 таблетка, потому что летом достаточно витаминов в грядке. Отлично. В зимний, в осенне-зимний период wellness зеленые таблетки 2 штуки. Или мы пьем wellness pack полностью комплекс. Зеленые 2. Да, можно совмещать, но давайте так. Либо вы пьете зеленые таблетки 1 в день и совмещаете с комплексом для волос. Либо вы пьете отдельно комплекс для волос и... Например, рыбий жир отдельно. Например, шведский бьюти комплекс. Потому что, давай, ну как вам ответить, чтобы вы так поняли, не запутались. Wellness pack вы пьете отдельно, потому что здесь включено все. Здесь включен шведский бьюти комплекс таблетка, здесь включен из зеленого комплекса таблетка и рыбий жир. Поэтому здесь полноценный комплекс витаминов, который, ну, наверное, многовато будет с внутрикомплексом для волос. 60 лет маме надо все, Ларисочка, потому что ей нужна поддержка, ей надо питание клетки, и ей вот надо все. Сколько по длительности витамины для детей? Постоянно.
на протяжении зимы постоянно по одной таблетке для профилактики, и все будет супер. ПЭК лучше. Ну, начать с ПЭК, а потом меняйте. Шведский очень надо, потому что там черника, там астаксантин, который великолепно влияет на зрение. Для волос там надо железо, там надо лизин, который входит внутри комплекс для волос. Поэтому начинайте с ПЭКа, а потом меняйте витамины. 3 года. 3 года. Ну, понемножку можно начинать уже в 3 года. Да, суп, да, суп точно. Заказ из вкладыша. Заказ из вкладыша, если там не написано, то вы можете просто делать заказ из вкладыша. Угу. Капсулы для волос. Ну, это внутрикомплекс для волос и ногтей, да? Вы это хотите сказать? Они дают устойчивые ногти, устойчивые невыпадение волос. Не на русском языке говорю. Оно восстанавливает луковицу волос. Почему? Потому что там идет витамин С, железо и аминокислота лизин, которая, если не хватает в организме, начинает выпадать волосы. В баночке. Ну, не-не-не, Катюша, это 3 года рыбий жир в баночке. Это для взрослых витамины. Для детей он в жидком виде по 1 чайной ложке, даже не десертной. Не-не-не, это большая доза. Вы сами пейте рыбий жир в баночке, потому что, ну, правда, большая доза. Избранным капсулы. Так, я уже отвлеклась на сайт. Что значит избранным капсулы? Я не поняла. Омегу пить ребенку, пропить 1 баночку, сделать перерыв 2 месяца и пропить еще. Постоянно омегу тоже не пить. Угу. Ясно. Дальше идем. Теперь, для чего нужны витамины? Юль, не поняла вопрос. Для тех, кто страдает залысостью. Давайте еще раз. В состав этих витаминов входит аминокислота лизин, которая в организм с пищей поступает в минимальном количестве. Если уже идут проблемы с волосами, проблемы в луковице. Она есть в аптеке, она дорогущая, она стоит, она в отдельном виде, она так и называется, аминокислота лизин. Угу. И вы ее покупаете, вы восстанавливаете луковицу волос. В этом комплексе идет комплекс. Это аминокислота, поэтому и стоимость не дешевая, потому что она не может стоить дешево просто по себестоимости. Так же, как и черника шведского бьюти-комплекса, также и внутрикомплекс для волос и ногтей. Там железо и там витамин С, который улучшает всасываемость железа и лизина. Поэтому он великолепно помогает. В год. Нет, в год рано. В год рано. Начинаем принимать с 3 лет. Ну, 1,5 года, по чуть-чуть. Уменьшайте дозу, пусть это будет капелька. Wellness Pack давать ребенку? Нет, конечно. 14 лет весь комплекс. Ну, можно пропейте одноразово. И перейдите на более щадящие вещи. 1 раз можно. Поддержать иммунитет, укрепить иммунитет. ПЭК с 12. Нет, ПЭК с 14. Поняли, да? ПЭК, wellness ПЭК с 14 лет. 12 рано. В 12 у нас идут еще желтые витамины и тинц. Можно зеленое давать. Хотите, давайте по 1 таблетке, а там меньше концентрация витаминов в зеленом. Давайте зеленое в 12 лет, 14. 1 раз пропейте 21 день Wellness Pack и перейдите на зеленые витамины. Дорогой. Ну, дорогой, потому что там себестоимость, она окупается. Это не дороже, чем в аптеке. Угу. Ясно. И зачем их пить? Потому что идет зима, потому что мы себе можем уже позволять капусту, свеклу, еще там наши овощи, фрукты, помидоры, огурцы меньше, все живые наши витамины, фрукты, виноград, яблоки, груши тоже, да, остальные вещи, конечно, сейчас цитрусовые пойдут, но все равно оно, какой перерыв между курсами.
Людочка, ну, как вам сказать? Меняйте витамины, потому что это питание клетки. Вот вы сами поели бутерброд с колбасой, потом суп, потом борщ, потом кашу, картошку. Организм поел, он насытился, он не голодный. А клетка не получила питания, она не получила вот этого полноценного комплекса. А, Б, С, Д, вот эту вот таблицу Менделеева, цинк, магний, фосфор и все остальное. Поэтому витамины менять. Вы пропили 21 день Wellness Pack, поменяли на зеленые. Потом рыбий жир взяли, нутрикомплекс для волос и ногтей. Или шведский. Все комбинируется, меняется. Это разнообразное питание клетки. Дорогие, нутрикомплекс для выпадения волос и ногтей. Чудесно, он работает бесподобно. Сейчас вот чат взлетит на сайте, потому что очень много уже результатов. Меняю. Да не надо ждать. Вы же каждый день кушаете, правда? Ну, пищу. Завтракаете, обедаете, ужинаете каждый день. Так и ваша клетка нуждается в ежедневном комплексе витаминов. Да, ну вот, и ваша клетка хочет кушать. Вот эта норма витаминов на слайде, я сегодня как не дойду до слайда. Норма витаминов, которые вы должны получать с пищей ежедневно. Это витамин А, В1, В2, В3, фолиевая кислота, никотиновая кислота, ниацин. Все вы должны получать ежедневно. Если мы кушаем пюре с мясом или там картошку с капустой, все равно мы не получаем достаточное количество витаминов. Поэтому, девочки, это клеточное питание, это надо. Мы уже на том уровне развития находимся, что мы должны это понимать, что добавки, пищевые добавки, БАДы, это все прекрасно, это не разводняк. Ну, вы же понимаете, что это необходимость нашего организма в условиях экологии и неправильного питания. Поэтому тут даже не обсуждается. Что касается детей, это рыбий жир, который идет со вкусом лимона, с цитрусом. Он классный, он вкусный. Ваш ребенок не будет там кривиться и говорить, нет, не хочу. Как его пить? Его пить. Ушла, кожа моложе, хорошо. Как его пить? Его пить можно до еды. Его можно пить за, ну, минут, наверное, за 5, за 10 до еды. Со скольки лет? С 3 лет можно эти витаминки на перегонки. Да, они помогают, они делают крепче иммунитет. Они дают просто клеточное питание ребенку, которое он с нашей пищей недополучает, так же, как и мы все. И рыбий жир, и Wellness Kids. 2,5. Ну, пусть 2,5. Если это 2 годика, ну, наверное, тоже можно, я бы давала. Если это год, то по чайной ложечке рыбьего жира, может, даже еще меньше. Уменьшайте дозировку. По полтаблеточки, по пол чайной ложечки. Да, раньше. С нуля, ну, с нуля нет ничего. С года можете начинать давать понемножку. Сок давайте, коктейль давайте, запросто. Вот это, кстати, те вещи, которые вы можете с года давать ребенку. Ну, понемножечку. Супчик великолепный, он никак не навредит в жизни. Если вы можете чуть-чуть больше дозировку витамина дать ребенку, то суп отлично. Живчик, классно. Зимой очень просто наесть лишние килограммы, да, и я вам очень сильно советую брать на работу, брать как перекусы, потому что даже вот сидим за компьютером, работаем, не надо делать очередной бутерброд с колбасой, это на самом деле недорого. Одна порция выходит гривен 7 или там рублей 20, если это российские цены. Приходите на Wellness, мы вам все расскажем с Надей подробно. Сейчас просто беглый обзор каталога и не хочу долго останавливаться. Это быстрые углеводы. Что это такое? Это дает, когда вы съели, например, шоколад, когда вы съели углеводную пищу, какую-то котлету, какой-то бутерброд. Это быстро идет взлет углеводов. Это идет взлет сахара в крови. И у вас идет работоспособность, ну, в принципе, достаточно высокая. Но она очень быстро снижается в течение часа. Потом наступает голод, утомляемость, усталость. Здесь идут медленные углеводы, они медленно всасываются в кровь. Здесь идеально для диабетиков, которые не будут страдать избытком сахара в крови. Как попасть на Wellness? У нас начался уже третий поток. Я думаю, что вы только с 4-го попадете на этаж. А вообще вопрос директору.
вашему директору, напишите, как попасть на wellness, потому что мы ведем, а организационные вопросы решают ваши директора. Вот, медленные углеводы. И вы находитесь в состоянии высокой работоспособности в течение часа, двух, трех, четырех. И сытость на 3 часа одной тарелки супа гарантирована. Коктейль тоже. Дальше. Что пьют во время перекусов? Чем едят? Основная масса людей, конечно, у нас кушает сладости, печенье, бутербродики. От этого мы прекрасно поправляемся, нарабатываем, наедаем лишние килограммы. Поэтому даже при похудении, ну я не делаю упор на похудение, мы делаем упор на правильное питание. Это правильное питание. Потому что печенье, оно дает вот как раз скачок тех быстрых углеводов. Вы быстрее поправляетесь. Никогда, девочки, пожалуйста, не кушайте на голодный желудок печенье, я вас умоляю. Это тут же у вас подскакивает гликемический индекс, идет это все в жир. Если вы сильно голодная, скушайте банан, выпейте коктейль, попейте просто воды. Не надо в голодный желудок бросать печенье. Очень вас прошу, не надо поправляться. Батончики. Ну да, конечно, все да. Сейчас весь мир переходит на правильное питание. Это модно, это правильно, это здорово. Идет очень много информации, и в нашем веке, в нашем мире это просто надо знать. Ну вот, и нельзя, потому что вы быстрее поправляетесь. Моментально это идет в кровь, сахар, и идет на лишний вес. Бесподобные составы чая, тонус и релакс. Вот это действительно правда. Здесь содержится в тонусе женьшень, гуарана. Вот это те компоненты, за которыми мы просто кричим. Как достать? Где купить? Это так классно. Батончики и чай. Чай с печеньем и стала худеть. Ну, естественно. Лучше черный шоколад, лучше кусочек, ложечку меда. Ну, черный шоколад спасает обычно. 7 штук в упаковке батончиков. И состав, просто я не могу вам не сказать, тонус, женьшень, гуарана, черный чай, мускатный орех, гвоздика, инулин. Тут клетчатка, тут как раз тоже польза для организма. Вместо кофе, отлично, он повышает работоспособность, настроение, потрясающий состав. И релакс, конечно, ромашка, черный перец, гвоздика, инулин, которая ройбуш содержит, антиоксидант, он успокаивает. Нету у нас чая с китайским грибом. Китайский гриб тоже, он идет на быстрейшую работу иммунитета, я знаю, и на обмен веществ, на работоспособность, но на нет. Да, у кого диабет, батончики подходят. Здесь низкий гликемический индекс, точно так же. Здесь как раз для диабетиков продукция идеальная. Супы, коктейли, батончики, все как раз подобрано. Цена. Хорошо бы взять по цена 200... 50, наверное, в этом районе, 270 гривен по Украине. Россия, напишите ваши цены. Мысль ушла. Сейчас верну. Ушла, совсем ушла. Какое время суток перекусывать? А, нет, не ушла. По программе лояльности чай возьмите. Накопите баллы, возьмите чай себе бесплатно. Вернулась мысль. Какое время суток? Да, в любое время суток. Во время перекуса, во время, вот когда вам захотелось вкусненького. Еще когда вам очень сильно хочется подъесть, вот что-то постоянно хочется. Это клеточный голод, девочки, мальчики. 300 баллов по лояльности. Для диабетиков что конкретно нужно пить? Все можно пить. Конкретно нужно, тут нужности у нас нет. У нас вся продукция для диабетиков. И суп, и коктейль. Здесь очень низкий гликемический индекс. У вас сахар в крови не скачет, он идет в равной мере. Везде. И суп, и батончики, и чай, все. 20 баллов. Хочу 20 баллов. Ладно, куда-то я ушла. Батончики. В любое время суток, когда вы чувствуете, что вам хочется вкусненького, хочется сладенького, можно вместо ужина, когда вы хотите 8 часов вечера кушать сильно, скушайте батончик, вы перебьете себе голод, насытите питательными, полезными вот этими микроэлементами, волокнами пищевыми, клетчаткой свой организм, и вы не будете хотеть кушать. Да, с диабетом, да.
Дальше идем. Естественная красота, вот как раз наш шведский бьюти комплекс плюс. Здесь черника. Он не может стоить дешево. Девочки, никак. Черника это очень дорогая по себестоимости. Это зрение обеспечивает ее защиту, снимает усталость глаз. Почему я здесь взяла еще крем для век? Потому что мы сидим за компьютером, обезвоживаются глаза, мы начинаем хуже видеть, падает зрение. Не жалейте на свое здоровье, это качество, это классно. Компания Reflame, честно, и без вас очень сильно богата. Здесь такие объемы, такие выплаты, такие продажи, поэтому ну, тут не хотят вас развести на деньги точно. Это ваше здоровье. Черника не может стоить дорого, дешево. Бета-каротин не может стоить дешево. На давление. Да никак она не влияет на давление. Замечательно все. Можно, да, одновременно с черникой. Это на 7 дней. Ну да, батончиков 7 штук. Но это как у вас с аппетитом. Вот поэтому мы строим свои структуры, для того, чтобы потом уже для себя любимых брать, нормализует давление. Ну как вам сказать, нормализует давление? Наша продукция Wellness, она направлена на комплекс микроэлементов в организме для поддержки этого комплекса. Нормализация давления, здесь должны быть другие составы немножко, девочки. Здесь должны быть боярышник, здесь должна быть черника есть, черная смородина, должны быть вот такие сердечные вещи, шиповник, боярышник, которые будут нормализовывать давление. Сказать нормализовать давление, наверное, не скажу, потому что так он должен быть на давление более целенаправленным. Боярышник, шиповник, вот эти вот такие вещи. Трем для кожи вокруг глаз, воспаленный глаз, нет припуск хвости. Советую. Вот этот True Perfect новый крем, который, я думаю, что сделать. Сыворотка работает отлично. Дневной крем отлично. Вот крем для век, думаю, что не подкачает, потому что сырье одно и то же. Батончики снижают аппетит. Угу. Девочки, за давление вы поняли? Продукция Wellness не играет вот 100% целенаправленно на нормализацию давления. Вы делаете общую поддержку организма. Вы напитываете все клетки вашего организма. Поэтому целенаправленно играют другие составы. Но вы поддержите. Поддержите иммунитет, поддержите ваш организм в хорошем состоянии. Так, мы уже час сидим. Ой, время летит. Дальше. True Perfect, пожалуйста, давайте ваши отзывы. Как вам? Как вам новинка? Набор просто потрясающий. Есть возможность купить еще дешевле. В прошлом каталоге было минус 35%, в этом минус 40%. Запись идет. Угу. Идет запись. Кому надо, я стену потом на почту, на свою почту напишу в конце. Классно. Угу. Смотрите, пожалуйста, приобретайте, потому что в следующем каталоге будут еще более интересные предложения. Не упускайте этот момент. Страница 67, как раз этот набор. Кожа приходит в норму за счет экстракта акации. 999. Угу. Хорошо. Набор в прошлом каталоге. Ну, в этом, значит, надо взять крем для век. И будет дополнение к набору. Дальше 35-40+. Любимые вещи наши – это коллаген и королевский бархат. Подтягивающий эликсир, ночной крем – тоже любимейшие вещи. Дешево это стоит? Не может, потому что опять-таки составы, которые по себестоимости не дешевые. Не пришло. Угу. Тоже любимые вещи. Девчонки, единственное, скажу вам еще раз. Антивозрастное очищающее средство 3 в 1 и коллаген. Его смывать. Смывать, все смывать. Потому что не надо, чтобы у нас оставались микрочастички грязи с несмытым средством. Водой смывать. Очистили, умыли и смыли водой. Нет, Танечка, вы сможете посмотреть запись, потому что вебинар идет в онлайн. Мы сидим здесь в онлайн. А запись вы сможете посмотреть сначала. Приходит только новичкам. Ясно, да? Вопросов нету здесь. Хорошо, дальше.
45 плюс, 55 плюс, время назад. Здесь тоже уникальные разработки наших специалистов Генистеин Сой, который целенаправленно работает на клетку, на ядро клетки. Она выходит здоровая на поверхность кожи. Точно так же и комплекс Амина Плюс, пептидная формула, которая восстанавливает эпидермис очень глубоко, вот там вот внутри, в базальном слое, если вы помните нашу косметологию, как раз туда идет целенаправленное воздействие крема. Оно молекулярное, оно вот нано-нано, вот эти вот новейшие нанотехнологии, направлено на рождение здоровой клетки, поэтому кремы работают. После 55, после 60, вот вы спрашиваете, а можно после 60, а можно даже после 80, все эти кремы. Дальше. Акценты на скидки, да, вы сами смотрите в каталоге, видите, скидки есть всегда. Капсулы. Капсула тоже, напоминаю, является проводником крема. Если вы берете одну капсулу и не берете крем, то действие хуже. Потому что капсула проводит крем в самые глубокие слои эпидермиса, туда, там, где рождается клеточка. И эффект быстрее. Комплексный подход, эффект всегда быстрее. Старайтесь брать, сейчас дойду, Дашенька, до 25 лет, старайтесь брать все-таки комплекс. Не берите разношерстную продукцию, там, умывалка и коллаген, крем диамант или там для век еще там что-то. Старайтесь брать комплекс, у вас лучше, быстрее будут результаты. Ну, витамины, ну, конечно, мы будем все красивые, счастливые, богатые. 30 плюс, 40 плюс, Optimals, это те серии, когда мы меняем кремы, потому что коже надо тоже разное питание, не только картошка, хочется и бананы, и клубничку, и виноградик, правда? И мы точно так же меняем состав крема, меняем крем, разное питание, взяли Optimals, взяли коллаген, взяли то, взяли то. И, конечно, ваш любимый, постоянно к нему возвращайтесь, который вам идеально подходит. Скидки, обратили внимание, хорошо. Уход за лицом. Утро, вечер, отбеливание, увлажнение. Единственное, нет скидки на уход за сухой кожей. Но, тем не менее, есть шиповник для этой серии, есть виноград для этой серии, поэтому приспосабливайтесь к скидкам. Осветляющий гель пенка. Одну серию есть. Пигментация действует отлично, тоже в комплексе, тоже отбеливание. Если вам 60, то и сильная пигментация, вы ее уменьшите процентов на 50. Если она только начинается, вы ее уберете вообще совсем. В Oriflame здесь великолепно работает и отбеливающие кремы, и для борьбы с пигментацией. Есть. Девчонки, напишите отзывы, пожалуйста, для пигментации. Всегда хорошее или нет, мне не помогло, мне нужно все. И хорошее, и плохие, для того, чтобы мы делали выводы, делились друг с другом и вместе вели вебинар. Напишите за пигментацию. Ну ладно, подожду, иду дальше. Подошло. Серия как раз, вот вы говорите, до 25 лет. Во-первых, вы можете взять один раз наборчик True Perfect, ничего плохого не случится, потому что я знаю, очень хочется. Один раз можно, если вам 20-25 лет. Возьмите, попробуйте, он очень классный. Просто побалуйте себя, ничего с кожей не случится, вы не делаете ее, как сказать, не будете ее провоцировать на дальнейшие эти вещи. Один раз возьмите. И, конечно, переходим к своим возрастным. Эта серия от 16-14 лет можно даже умываться. Для комбинированной кожи чудесно алоэ работает серия. Для комбинированной можно Optimals брать, тоже хорошо будет. Шиповник нет, он только для сухой кожи, ни в коем случае. Вы навредите, нельзя пользоваться не нашими. Алоэ не подошел. Что, липнет, Жан? На веках липнет. Алоэ. Было такое, я знаю, были такие результаты. Или лежит на коже, не впитывается. В чем причина? Жжет. Ого. А кожа какая? Какой тип кожи? Комбинированная? Сколько лет и какой тип кожи? Мне тоже интересно, почему он не подошел. Ну, бывает. Ну, конечно, ну, девочки, мы все индивидуальные. Кому-то да, кому-то нет. Комбинированная 39.
жжет. Алоэ жжет, но мне не жжет. Он у меня тоже комбинированный, и у меня он плохо впитывался, могу вам сказать. На 100% мне не подошел алоэ. Я его комбинирую с чем-то. Ну да, берите пробники. 39 комбинированные. Угу. Для вас, наверное, Жан только идеально будет вот сейчас True Perfect. Если он жжет. Комбинированная, она может сейчас кожа меняться в сторону сухости. Поэтому может идти жжение. Раньше кожа была жирная или сухая? Или всегда комбинированная? Если всегда комбинированная, сейчас кожа может меняться в сторону сухости. Ну, пишите, пишите, пишите. Мы же беседуем. Не знаю, какая кожа. Если сухая, она всегда шелушится, она обезвожена и не хватает воды, влаги, увлажнения. Если она комбинированная, то у вас жирница, Т-образная зона. Какие витамины для улучшения аппетита? Ой, ребенку сколько? Пишите, сколько. Если кожа жирная, она через час начинает у вас покрываться жиром. Нормально. Более сухая. Вот она сейчас переходит в сторону сухости. Поэтому надо брать вот такие более целенаправленные, что ли, вещи. Щетка для лица хорошо очищает от загрязнений. Ею можно пользоваться ну, практически каждый день, если вы хотите. Чистит поры, да. 7 лет, у меня уже летит чат. У вас у всех разные вопросы на разные темы. Wellness, крем, витамины, поры, щетки. Так. Так, девочки, давайте я потом напишу почту, вы мне скинете все свои вопросы, я вам отвечу, я хочу пойти дальше. У вас настолько разношерстная, я уже чуть-чуть путаюсь, кто, что кому отвечать и за какие wellness, витамины, щетки для лица и поры. Все, иду дальше по вебинару. Серия. Вы можете тоже менять питание. Это только сухая кожа. Жирная нельзя. У вас начнут появляться прыщи, начнут микробы быстрее размножаться, поэтому только сухая кожа. На скидки обратили внимание. Дальше. Все, я взяла себя в руки. Ну, пошли дальше. Для 25 лет можно на зиму. Ой. Ну, True Perfect сейчас берите, потому что хочется новенького. Возьмите чайное дерево, если алоэ не хотите. Тоже будет неплохо на зиму. Что у нас можно? Optimals можно. Угу. На скидки, да, тоже обращаем внимание. Для век. Еще раз могу вам сказать, что алоэ может липнуть. На веках может липнуть. Он отлично увлажняет, но если это вам мешает, не надо. Возьмите True Perfect. Возьмите Optimals для век. Есть, хорошо. Девочки, я от вопросов не ухожу, честно вам скажу. Я пишу почту, вы всегда мне пишете, я отвечаю на все ваши вопросы, поэтому вот я уже чувствую по времени, я уже подгоняю. Мы опять не доходим до парфюма. Для проблемной кожи здесь содержится антибактериальный эффект, салициловая кислота, поэтому пользуйтесь, он лечит, он убирает. Единственное, конечно, за месяц может чудо не случиться, но в комплексе, если вы постоянно пользуетесь, не меняете средства, не экспериментируете, не давите прыщи, то оно помогает. Поэтому называется еще, знаете, рукоблудство на лице, вот этого, чтобы не было у наших подростков. Если он уже совсем белый, если совсем уже неэстетично выглядит, выдавите. Если нет, если это покраснение, если он не созревший, пожалуйста, не творите на коже вот всяких. Сухой коже шиповник, сухой коже виноград, сухой коже True Perfect. Смотрите по написанию в каталоге, все соответствует. На 30. Да, и на 30 тоже она подходит, и на 80 подходит. Единственное то, что написано 35+, на 20 лет не надо. Если это Nature, она подходит и на 80, и на 16. Хорошо, отсылается. Но если есть моя почта, шлите письма. Сужает поры, да.
Дальше я хочу к парфюмам перейти. Вам опять надо вебинар по косметологии, девочки, сделать? А ну пишите. Пишите, потому что у меня стоит вопрос за вебинар через неделю. Следующий ведет Надя. Сделать косметологию вам обзор. Да, все кричат да. Ну давайте, хорошо. Осенний уход сделаем и обзор нашего каталога. Да. Ой-ой-ой, хорошо. Все, значит, я иду дальше по парфюму, и мы будем на косметологии собираться 2 число плюс 7, 9 ноября, вебинар по косметологии. Хорошо. Угу. Парфюм. Переходим к нашим скидкам. Ароматы. Ароматы, которые представлены новые в этом каталоге. В прошлом каталоге были другие по скидкам. Сейчас совершенно другие ароматы представлены. Это Lovely Garden, ну, аромат которого давно уже не было по скидкам. Я уже переключилась быстренько. Коктейль от прыщей True Perfect. О, Господи, все, уже заговорилась. Синяя серия от прыщей. Как она называется? Пишите. New Skin, да, и с гелиотропом. Как фрукт называется? С грейпфрутом. Серия тоже в этом каталоге представлена по скидке. Вот она как раз вот прыщей, проблемных зон, с салициловой кислотой, сужает поры, подлечивает. Поэтому давайте, все, на парфюм переключаюсь. Мисс Джордани. Разные ароматы сейчас в каталоге начали писать вот как раз состав трех нот, самых звучащих. Lovely Garden. Ванильная орхидея, ревень, теплое молоко. Очень изысканные, такие неповторимые составы в Oriflame вообще. Парфюмерная вода, да, обращаю внимание, туалетная вода Lovely Garden и парфюмерная вода Мисс Джордани, настойчивая. То есть можно, если Lovely Garden подбрызгивать на протяжении 3 часов, обновлять аромат, то Мисс Джордани стойчив. Гранат, красный перец, нероли, манго. Тоже потрясающее сочетание, которое сочетаемое и несочетаемо. Следующий аромат – это люсия, наш любимый розовое дерево, абсолют сирень плющ. Он нежный, он такой чарующий, что ли. И под него еще, если взять крем для тела парфюмированный, вообще здорово. Ароматизированный тальк, тоже по скидке. Получайте удовольствие, балуйте себя. Это же наш магазин Oriflame, мой магазин Oriflame. Здорово ж? Люсия, да, очень нежный, такой ненавязчивый, чарующий просто. Вот как раз вот тот эпитет под него. Угу. Дальше более насыщенные ароматы. Зачем нужен тальк? Ну, тальк идет, можно пробовать от пота, можно пробовать, ну, наверное, больше так. Сейчас в зимнее время года не знаю как голову посыпать. Ну, может быть. Подсушивает. Как сухой дезик, не знаю, не всем подходит. Ароматизированный тальк. Те вопросы задаете провокационные. Но тальк всегда подсушивает, дает аромат и освежает, и не дает вот порам, знаете, постоянно попу. Ну, можно и попу. Ну, кроме вас, никто не будет получать удовольствие, наверное, от этого. Так, девчонки, ладно, все это в меру наших пониманий. Чувственная танго, Power Woman, это Майред. И более насыщенный аромат Эмбе. Они страстные, они насыщенные, они уже с такими яркими нотками. Красный жасмин Майред – это восточно-фруктовый аромат, имбирь, шоколад, цветы какао, Love Potion. Он тоже очень экзотический. Более такой, ну, не древесный. Там есть все-таки нотки и цветочные, и древесные. Гашка. Не знаю, а что такое гашка? Глашка? Так, ну, вас... С вашим чатом,
Вкусные, вкусные, они более стойкие, они насыщенные, стойкие даже за счет, знаете, яркости аромата. Когда аромат с такими нотами древесными, амбровыми, красный жасмин, цветочный, он понятно, он ярче звучит, он стойче только из-за этого. Деми Мур, да, нравится. Это осенние ароматы, это можно, наверное, Майорет и Намех. Все остальные нет, не советую Намех. Вот кто спрашивал за пудровые ароматы, я не скажу, что он пудровый, но я сейчас понимаю ассоциацию аромата. Намех можно. Майорет. Дальше наши нет, не мальчики еще. Дальше скидки, которые идут, парфюмированные дезодоранты. Мьюз, Эльве, любимейшие, Джордани. Наши любимые дезодоранты по скидкам. Тоже, девочки, пожалуйста, чтобы не было кричащих разнообразий. Если вы возьмете Эльве дезодорант и парфюм Майоре Деми Мур, но оно будет как-то не очень сочетаться в аромате. Поэтому думайте. Экла вкусно. Скидки Fire, Air, Ice. Смотрите на скидки, они такие провокационные. Сразу все хочется купить. Если любимая, конечно, получаем удовольствие, делаем себе подарки, участвуем в акциях, покупаем в моем магазине. Также мужские ароматы S8 был на слайде. Последняя страница, 141-я каталога. И Экла. Ограниченные выпуски. И мальчики наши, дорогие, любимые, вы еще тут не ушли от нас. Вы всегда под конец, как самые терпеливые, как мужчины. Мальчики, отзовитесь. Вы наши бизнес-партнеры, вы нам очень нужны. Когда у нас будет равновесие мужчины и женщины, у нас быстрее пойдет бизнес, потому что мужчина это логика, это рациональный расчет. О, молодцы, спасибо. А женщина это эмоции. Когда в бизнесе сочетаются логика, расчет и эмоция, он идет быстрее, ярче, ну и продуктивнее, результативнее. Поэтому мальчиков нам надо побольше в наш бизнес, потому что это обманчивое впечатление, что это Reflame женский бизнес. Нет, мужчины занимаются тоже тем делом, в котором можно хорошо заработать, правильно? Поэтому в Oriflame обалденные, наверное, мужские запахи, ароматы, которые вообще под любое настроение, под любой вкус, наша поддержка. Джордани Нотте. Он ненавязчивый, он очень интересный аромат. Да, и почаще вебинары, конечно, мотивационные. 93-я страница, и пошли мальчиков обсуждать ваши ароматы. Экласпорт – это соул, очень интересный аромат. Вот на этом слайде ароматы более ненавязчивые. Я взяла просто два слайда. Женские, нежные, чарующие, такие ненавязчивые и более эксцентричные. Это Love Potion, два слайда. Потом пересмотрите записи. Здесь точно так же. Мужчины более нежные, более водные. Кофейный аромат присутствует, древесный, вот присутствует dark wood, присутствует гвояковое дерево, черный перец, светлый табак. Но они, я не могу сказать, что очень такой яркий, насыщенный аромат. Он подчеркивает вас, он ненавязчивый, он шлейфовый. Про Джордани нот побольше? Давайте побольше. Черный кофе, итальянский цитрус, черный ветивер. Ветивер трава. Спасибо, девочки. Тоже скидки, обращайте внимание. Один вы берете за 279, и два вы берете по цене, которая зачеркнута. Да, напишите российские цены, пожалуйста, это важно. Он начинает от молодежи, наверное, заканчивая уже людьми в возрасте. Он очень интересный. Цитрус. Травяной аромат ветивер и черный кофе. Классно, классно раскрывается. Все не шлейфовые. Спасибо. 1349 и 949 рублей. Спасибо большое вам за цены. Здесь более мягкие ароматы, более, как сказать, легкие, игривые, ненавязчивые. Дальше. Поздали на полтора часа. Более статусные ароматы. Они
ярче выражены, flamboyant, он ярче, он насыщеннее, он экзотичнее. Следующий аромат, архитект, тоже более статусный, он более выраженный, что ли, более ярче ноты эти все. Сир Эйвбери тоже, кедр, черный чай и ноты мате. Ярче аромат. Мэм супер. Угу. Flamboyant тоже. Там присутствует грейпфрут, который смягчает, делает цитринку. Но там лавровые листы кардамон, которые очень ярко звучат. Поэтому эти ароматы для более страстных мужчин, для более, ну вот, которые любят, знаете, энергию, энергетику, такой вкус, яркий вкус жизни. Поэтому вот такие слайды. Те более водные, более мягкие ароматы, которые так вот звучат. И эти более насыщенные ароматы. Следующая серия по уходу. Это Northman, это уже бестселлер, это не обсуждается, это классно. Легко покоряются любые вершины, да, написано. Здесь для бритья и умывания два в одном. Увлажняющий бальзам. После бритья, наверное, нет ни одного человека, который скажет, нет, мне не подошло. Ну, наверное, нету. Зюит, тоже полюбившаяся серия. Единственное, нет скидки пены для бритья. Но, тем не менее, цена такая, что мужчинки к аромату. Ну, как вам сказать? Ищите. Выбирайте себе аромат и ищите мужчину для того, чтобы дарить ему аромат. Нет, не предлагаются, к сожалению или к счастью, не знаю. Увлажняющий бальзам после бритья Зюит и шампунь. На шампунь есть скидка, но она классная. Здесь тоже очень экзотический аромат Зюит. Кто пробовал, знает. Это было в предыдущих каталогах. Может, в новогодних будет. Northman. Northman, да, это бестселлер Oriflame. Точно так же, как и на Giordani Gold. В России есть скидка на пену для бритья. Ага. Немножко есть различия. Ну ничего, они минимальные. Дальше, девочки, я не буду останавливаться на косметике, потому что это Надина сфера. Она сделает вебинар следующий по макияжу. Это что-то будет интересное, как обычно. Сейчас просто делаем акцентик на скидке, которая есть в этом каталоге. Пудра минус 60%, она классная. The One из Giordani, это косметика люкс, это уже не масс-маркет, это гораздо более высокая ступенька, на которую перешла компания уже давно, потому что Giordani и Gold – это бестселлеры. И сейчас The One, это косметика люкс, не бойтесь, качество просто супер. Цены соответствуют качеству. Пудра такая, пудра блески, тональный. The One, тональная основа более легкой текстуры. Giordani Gold, более плотная текстура. Смотрите, как по вкусу. Новинки помады, новинки цвета. Они интересные, они такие, знаете, холодные. Холодный цвет для жирной кожи лучше, легкая текстура. Для жирной кожи возьмите The One, точно. Для сухой кожи может быть лучше, ну, смотрите сами, девочки, для сухой кожи может быть плотнее структура от Giordani Gold. Но с другой стороны, The One великолепно увлажняет. Если вы возьмете чуть больше для сухой кожи тонального крема, он замечательно увлажнит. The One больше нравится. Угу. Помады. Ньют и роза, они холодные, они стальные. Если вы сделаете яркий макияж глаз, смоки или там черные тени какие-то, интересный макияж, то холодная помада того нежного оттенка будет великолепно смотреться. Тоже делайте акцент либо на губки, либо на глазки, и будет очень здорово все смотреться. Я рискнула, взяла помаду в прошлом каталоге The One, красную, классический красный, прекрасно. Думала, не пойдет, зачем? Великолепно, если сделать просто ресницы. Или стрелочка, тоже карандашиком The One. Бесподобные карандаши The One, они будут в следующем каталоге. Буду делать рекламу, прямо аж дифирамбы петь. Для губ смягчающее средство. Угу. Помада. И сейчас вот эти новые оттеночки берите, не бойтесь экспериментировать ни с цветом волос, ни с помадами. Мы все женщины играемся, получаем удовольствие в своем собственном магазине, между прочим.
Сейл, распродажа. Здесь великолепные просто потрясающие вещи. Карандашики, помады, которых много не бывает, уже знаете. Лак, единственный минус в нем тот, что узкая кисточка. По качеству, по стойкости они классные, они тоже держатся в течение 10 дней. Лаки, ну вот минус, The One шире кисточка, легче красить. Сделал мазок и уже аккуратный, красивый маникюр. А здесь несколько раз, единственный минус. Куда пойдем с красными губками? Ну, если помада идет везде, начиная от магазина и заканчивая вечеринкой, честно. Карандашики, скидки. Россия, напишите ваши цены, пожалуйста. 22,90, 25,90. Украина и Россия, пишем. Помады тоже мои любимые. Они ничуть не хуже, ни Giordani Blonde, а Gold. Они чуть-чуть другие по консистенции, по текстуре. Но они такие же приятные и на запах, и когда вы прикасаетесь, облизываетесь. Все очень классного качества. Вы не думайте, что если это дешево, это хуже. Нет, здесь просто другая текстура помады. Угу. Даже не боюсь вам до такой степени рекламировать ее. Классно. Роскошь в моем магазине. Здесь вы можете брать, конечно, помаду Giordani Gold по баллам лояльности, что я, собственно, и делаю, потому что еще кусаются цены. Но, тем не менее, когда мы доходим до объемов директора, уже ничего не кусается. Я записываю, дам вам в конце почты, вышлю запись. Помады супер, это роскошь, это дорого. Это, знаете, вы открываете флакон, и уже статусность, уже другое настроение. Я себе могу такое позволить. Срок годности помады, наверное, года 2-3 в Oriflame. Кремы и помады 2-3 года срок годности. Ну, конечно, можно, пишите себе в удовольствие, да? Выставляйте на свои каналы в YouTube. Ну, конечно, вы же занимаетесь бизнесом. Все, да. 3 года. Да, и кремы, и помады 3 года. Ну, когда она уже имеет запах неприятный после 3 лет, 2 лет, смотрите уже сами, как она выглядит, и вам неприятно ее пользоваться. Конечно, уже все. А так, если она ничем, ничуть не изменилась, пользуйтесь. Аксессуары новые. Сумки, варежки, перчатки. Есть еще во вкладыше. Украина, Россия, есть вкладыши. Пожалуйста, покупайте. Здесь без ограничений, на какую сумму вы купите продукцию из каталога. Живую. Возьмите, пробните, если вы боитесь. Для крема, девочки, желательно, чтобы после открытия крема вы его использовали в течение полугода. На закрытой баночке срок 3 года, но когда она закрыта, когда вы ее открыли, туда уже попадают микрочастицы, уже бактерии не... Господи, меняется состав крема, когда он открыт на 3-4 месяца. Ну, полгода – это потолок, больше, чтобы он не стоял. Насчет того, что он должен стоять в холодильнике, ну, я против, потому что меняется тоже консистенция крема. Не знаю, я противник. Если вы им пользуетесь в течение года, ну да, лучше поставить в холодильник. Но идеальный вариант, если он стоит у вас без холодильника, вы вымазываете в течение 4 месяцев. Смягчающее средство для сухих губ. Вот как раз есть во вкладыше предложение минус 50% Украина, Россия. Не знаю, может у вас другой вкладыш. И смягчающее средство у нас бальзам для губ. Тоже мы были в начале каталога с этим бальзамом, с миндалем. Очень вкусно. Крема больше на полгода. Ну, пусть будет больше. Но чтобы вы не купили, он не стоял, потом вспомнили, а уже прошел год, у него он совершенно по-другому будет действовать. И не получится таких результатов, которые хотите. Тем более, если он возрастной. Там черный ирис, там белый трюфель в диаманте. И они, естественно, имеют свои сроки годности, девочки. Он будет по-другому действовать. Он, допустим, будет просто увлажнять и питать, но он не будет действовать уже как антиоксидант. Обратили внимание, сумка, аксессуары, перчатки, еще досматривайте вкладыш. Гранатовый соблазн, это новиночка, очень стильно. Вот вы спрашиваете, куда красная помада? Вот как раз под это изысканное украшение будет очень здорово. И даже если помада будет отличаться и выглядеть не вишневого цвета, а красного, будет все равно классно.
Через полгода заработок. Да, через полгода будет другой заработок. И подземная эстетика. Классный, да. Подземная эстетика, еще раз, в каталоге. Скидки больше, скидки вообще минус 70% на ожерелье, на сережки, на шарф. Пожалуйста, пользуйтесь возможностью, радуйте себя. И скоро же новогодние праздники, мы будем уже говорить об этом на следующем открытии каталога. Пока наслаждаемся осенью, не торопим, нам очень много надо сделать по бизнесу в этом каталоге. Для деток в нашем магазине Арифлейм тоже есть и пижамы, и халаты, и рубашечки. Все покупайте здесь, покупайте у себя, покупайте в своем собственном бизнесе. Просто призываю. Так будут дальше делать и ваши люди. Система дублицируется. На скидки обратили внимание. Мой магазин Арифлейм. Мы так плавненько с вами дошли до последнего слайда. Я сделала вам обзор. На следующей неделе Надя поговорит с вами о макияже. Мы сделаем косметологию. Кольцо со страницы 16. Так, все, я уже ухожу. Дальше, девочки, я вам действительно, мальчики, дорогие мальчики, желаю про ювелирные украшения. Жанночка, это... ювелирное украшение, ну я же сказала, гранат, который подходит у нас под помаду, перчатки, шарфики, это будет следующий вебинар, просто я акцентирую внимание на скидках, да, Надя вам расскажет про стилистику, вот что я напишу вам, про стилистику, просто полтора часа у нас идет открытие каталога, обзор, скидки, немножко косметологии, немножко ароматы, все вот знаете в таком объемном виде. Вебинар по стилистике сделает Надя и украшения, и элегантный подбор вещей, как правильно, что правильно, поэтому... Это через неделю. Я вам желаю в этом каталоге новых званий, потому что сейчас как раз тот период, когда еще нет акцента на новогодних подарках. Люди в работе, люди ищут доход. Сейчас очень прибыльно, очень здорово работать в интернете. Все ищут работу в интернете. Ищите. Людей тьма. У вас весь интернет, миллионы, разные страны, очень много перспектив. Вам людей хватит. Кто переживает, вот уже все в пресс-карьере, нет, не все. Вам людей хватит. Поэтому я вам желаю новых званий, такого плодотворного каталога, чтобы вы быстрее получали подарки, скидки, чтобы вы в моем собственном магазине, в вашем собственном, получали все бесплатно, быстрее, уже хочется быстрее новых званий. Спасибо вам большое, с вами прощаюсь, запись вышлю, сейчас напишу свою почту, новых званий, быстрого роста и до следующей недели, через неделю мы с вами встретимся на косметологии. Пока, большое вам спасибо.